В этом году увеличилось количество проектов, заявленных муниципалитетами в рамках инициативного бюджетирования. Увидев результаты, жители активно стали в нем участвовать. В сравнении с 2017-м число заявок выросло в 6 раз, а общий объем финансирования увеличился почти в 5 раз. По данным Минсельхоза Чувашии, с начала года реализовано более 500 проектов. Совместными усилиями государства и граждан были отремонтированы участки автомобильных дорог, учреждения социально-культурной сферы, детские и игровые площадки, скверы и парки. Только на этой неделе завершена реализация 20 проектов в 9 районах республики – в Валиковском, Вурнарском, Батревском и других. Здесь в порядок привели объекты коммунального хозяйства, места захоронения, часть местных дорог.